Просторный, уютный зал ожидания и высококвалифицированные сотрудники. В одном из крупнейших торговых центров Самары, который располагается на Красноармейской, открыли новый многофункциональный центр. Первым посетителем офиса стала глава города Елена Лапушкина. Чем больше мы будем открывать этих МФЦ, тем лучше будет ситуация, потому что в любом случае, мне кажется, должна быть шаговая доступность для каждого человека, чтобы можно было сократить время не только ожидания в очереди, но и, конечно, вот вышел из дома и тоже уже решил свои задачи. Это тоже важно. Клиентам не придется сидеть в очередях часами, ведь среднее время ожидания должно составлять не более 15 минут. Для этого в помещении есть электронная очередь. Горожане смогут решать свои задачи в максимально короткие сроки. Если будут работать все окна, да, то при этом расчете, да, в день может до 300-400 клиентов проходить. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин, в самарских МФЦ начинающим коммерсантам предоставляют услугу «Бизнес под ключ». Новый офис не стал исключением. Это комплексная услуга, она у нас реализуется в двух МФЦ, МФЦ Самара и Тольятти. Когда предприниматель открывает бизнес, он может получить весь комплекс услуг и регистрации бизнеса, заключение договоров, например, там, на ведение консалтинговых услуг каких-то, услуг подключения к правовым системам, бухгалтерским, изготовление печати. В январе в Самарской области уже открыли новые офисы в Кинельском и Волжском районах. Всего в регионе работают 56 крупных отделений, услугами которых воспользовались более 3 миллионов человек. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.